Всем привет! Сегодня покажу вам, как за пару минут сделать довольно неплохие болты с пластиковыми ручками, либо кто-то их называет барашковые болты. К сожалению, в наших магазинах их нет в продаже, поэтому для своих целей я использую этот простой и проверенный способ. Устраивайтесь поудобней, ну а я начинаю. Всем приятного просмотра! Для их изготовления мне понадобятся болты нужного диаметра, и пластиковые крышки от бутылок и канистр разного размера и цвета. Также буду использовать качественный и недорогой термоклей. Пользуюсь им давно, нареканий нет. Для поклонников доктора Дью предлагаю заменить термоклей эпоксидным клеем. Только придется ждать сутки вместо 2 минут. Теперь хочу провести небольшой эксперимент. Для этого изготовлю простую конструкцию, чтобы продемонстрировать вам, как работают самодельные барашковые болты. Фиксирую с помощью самодельного болта с пластиковой ручкой трубу. При помощи весов буду давать нагрузку на соединение. Максимально весы показали 28 кг нагрузки. Болты даже не сдвинулись с места. Идея реально рабочая. Советую взять на заметку.
Сегодня это все. Спасибо огромное за просмотр. Желаю всем добра, удачи, берегите себя. Всем пока.